заброс, набирает скорость Лукоки. И здесь какой момент сейчас, какой момент у Армении. И счет становится 2-0 в пользу Армении. Акугава, вот это да. 57-я минута, Армения забивает. Doan, that was a telegraphed. Дальше уже. Открывается Акугава, пытался пяткой переправить мяч в сетку ворот, такой заход. Can he get the shot away? He can! First goal at home since Акугава. Передача Андерса, который в прошлом туре впервые ушел. Но в стартовом составе сегодня... Естественно, это опять-таки в атаку. Ну и запасной голкипер Николас Воу! Воу! There was a call. He was caught there. He's pointed to the spot. It's a penalty for Bielefeld. And the referee, Tobias Steeler, did not hesitate. Receive the ball and then obviously he's got the confidence еще забьет, почему нет, чтобы не попытаться. Акугава на поле. Из-за разницы в глаз. Отличная передача от Клоса. Удар поворотом. Еще один центр на линии. Причем Акугава игрок. Уходит он в центр, пробивает поворотом по подачу в борьбе и явно не в борьбу. Одержать важнейшую победу. Акугава не бьет поворотом, отдает передачу и умудряется промахнуться. Akugawa here for Armenia Bielefeld.